приятно удивлены успехами проекта XCOM. Признаюсь, последние результаты превзошли все наши ожидания. Думаю, вы понимаете, совет такими комплиментами не разбрасывается. И вновь привет и шлю тебе, мой зритель. Итак, по местному календарю январь у нас, теперь уж 5 число. А что творится в мире, сейчас посмотрим. Не дают нам отдохнуть никак пришельцы. Вроде как новогоднее же время, каникулы и все такое по местному времени. Но все же, штурмовать базу мы пока не можем. Так как нужен ключ, а для того, чтобы изготовить ключ в этом моде, мы должны поймать еще одного изгоя. Нужен кристалл изгоя. И вот у нас так получилось, что мы сбили НВО над Индией. Класс корабля Рейдер. То есть он как бы поболее, чем маленький-маленький-то мы. Пух и прах разбиваем. И вот здесь вот было бы неплохо как раз таки подловить этого изгоя. В миссию подловить изгоя включены Нефилим, Бестия, Сват. Свату я дал винтовку, которая отрубает основное оружие. Так, Терминатор и Тайфун у нас идут экипированы станерами. Станеры у нас вроде бы изучены, улучшены теперь, но, насколько я помню, действия по игре со второго раза только можно вырубить станером, поэтому нужно грамотно подготавливать изгоя к этому. Так, для того, чтобы потихоньку отстреливать у изгоя хпшку, всем поставлены лазерные пистолеты, что нам еще плюс дает к мобильности. И взят у нас мэк князь. Остальные мэки пока что еще в больничке, как мы помним, на отдыхе. Так, ну, в принципе, вот такой вот расклад. Начнем, не откладывая в долгий ящик. Садимся. Отправляемся в Индию. Там для нас есть работа. К сожалению, НЛО приземлился в городском центре, где много мирного населения. Следует отправиться туда и обеспечить безопасность граждан. В смысле? А вы не хотите мне сказать, что мы типа сбили корабль, и они как в акции устрашения сейчас будут? Нам еще считать, сколько гражданских надо спасти. Говорит Рейнджер, мы к северу от места крушения. Штурм-1 к бою готов. Вас понял, Рейнджер. Мы присмотрим за вами. Штурм-1, можете начинать атаку корабля. Что ж, отлично, центр. Сейчас мы поглядим, попытаемся, вернее, поглядеть, где у нас кораблик. Кораблик, в принципе, у нас, судя по всему, вот тут вот, так как здесь здание-то кончается с той стороны. Хоккей. Тогда мы как раз-таки по этому флангу и двигаться будем. В принципе-то, да? Или мэком зайти в центр здания, на всякий случай. Как мы помним, случаи же разные бывают, вдруг чего мы без каски. Но пока что тишина. Так, а здесь по центру мы как раз таки куда выходим-то? Ну, в принципе, практически к кораблю, да? Что будем делать? Двигаться по центру и либо передвигаться вот тут сбоку? Давайте пока по центру, пока никого не видно там. Пробежечкой займемся. Так, мэка, конечно, обгонять не стоит, но держаться прямо за ним, вот это вот правильный вариант. Так, инженер рядышком. Это отлично. Майор вот здесь вот. Ясно. Так, бестия. Отлично, занимаем укрытие пока что. Спанки. Давай сюда. Окей.
Так, и свата нужно куда-нибудь пристроить. Давай-ка вот сюда вот. Рывочком. Ну, вроде все подвигались, кто может на боеготовность садятся. Так, задача у нас поймать изгоя. А значит, нам нужно сначала бы выкосить всех, кто рядышком с дедушкой, а потом уже и самого дедушку изгоя убить. В пути! Так, штурмы. Погнали. Вперед. Таким вот макаром по периметру. Со всех сторон комнаты будете держать, осматривать. Координаты принял. Так, майор сюда рывочком. Отлично. Все прорываемся вперед. Мэг, благо, прикрывает. Так, здесь позиция неплохая для снайпера. Просматривается наискосок местность. Ну и, конечно же, наши агенты по поимке пришельцев рядышком с Мэком будут держаться. Так, кто остался? Остался Нефилим. Последний по ходам, но не последний по значимости. Так. Все сходили в боеготовность. Что за чертовщина? Так, состав нас сейчас не интересует. Нас интересуют вражины. Пойдем. Так, вот они есть. Летунчики, отлично. Это хорошо, что вы здесь нарисовались. Фиг сотрешь, это как раз таки очень-очень меня радует. Так, а кого видим с фланга? Работаем. Отлично. Штурмовики пошли. Так, сюда бежать опасно, в принципе, потому как могут засандалить, да? Ладно, далеко шибко не будем. Спанки давай сюда. Ты видишь? Одного 17%. Я упал. Очень плохо. Так, а вот у нас бестия может подальше пробежать. Отлично. Так, трех с фланга. Супер, первый пошел. Так, скорость. Второй с фланга. Так, где третий? Блин, а у этих обоих поболее здоровья. Ладно, попробуем. Сколько снимем, столько снимем. Отличный выстрел. Так. Спанки по-прежнему 17. Пока жди. Если мы вот сюда вот высунемся терминатором, увидим кого-нибудь? Нет, конечно же. Ладно, боеготовность. Так, Тайфун, тебе пока высовываться не нужно, поэтому ты за общий заполни щит. Боеготовность. Вас понял. Майор, давай-ка сюда, видишь. Отлично, 66% работай. Молодчик. Так, спанки теперь не видит, но это не беда. Ведь мы можем подойти поближе к Мэку. Так, 35, 45... И 8%. 45 неплохо, пробуем. Мимо, ну да ладно. Так, Лео. Лео, куда ты у нас можешь встать? Так, конечно, вот здесь, без укрытия. Но делать нечего. Ага, ты никого не видишь, в принципе. Тогда в боеготовности. Мэг что у нас делает? Мэг у нас сейчас будет стрелять. Давай, поэтому. Отличник. Enemy, enemy.
Так, телепортируется. Тяжелые летуны. Отлично, стреляй по мэку, все верно. Главное, по спанке не стреляй. Отличная клеточка. Супер просто. Так, еще кто у нас там далее? Вылетел, отлично. Меня прижимают. Ага, под огнем. Хитрец. Какой хитрец, ты погляди-ка. Так. А здесь у нас есть возможность, в принципе, практически дострелить, да? Значит, работаем. Да, эта винтовка, конечно, не снайперская. Ни о чем работает. Так, теперь у нас могут стрелять... Ага, почему мы не видим вот это вот? Стенка тут. Ой-ой-ой. Засада. Понятно. Так, тогда что делаем? Делаем мы следующее, выходим. Кого видим? 89, 87. Давай-ка по задам выстрелим. Отличненько. Так. Слушаюсь. Давай тайфун сюда же. А ты видишь того? Ну ладно, давай вперед стреляй. Тоже неплохо. Хорошо. Пока что работает, да? И вроде как очень даже неплохо. Ладно. Нефилим сюда. 8-7. Работаем. Неплохо. Так. Здесь у нас что? 65. 65. 55. Блин. Хотелось бы подойти. Ну да ладно. Так, один минус. В боеготовность, отлично. Так, тут 41%. Давай-ка спанки вот сюда вот. Работаем. Минус летун. Так, теперь я бы хотел бы Тарасом поближе пробежаться, но подальше от дверей, дабы не зацепить нам изгоя взглядом. Так, здесь отработали отлично. Что нам нужно? Давайте майора рывочком пересадим вот сюда вот. Так, кто-то там еще бегает, мелкие какие-то. Наблюдается передвижение. Семенит мелкими ножками. Я так полагаю, семенит мелкими ножками у нас какой-нибудь уфошничек наподобие, ну, обычного серого. Так, давайте перебазироваться на тот край. Вижу цель. Ага, а вот и остатки. В боеготовность, значит, стал, да? Отлично. 84, работаем. Раз. Вот так, это вот очень хорошо. Так, спанки, ты у нас пока не можешь, да? С рывком пробежать, чтобы встать на боеготовность. Но ты можешь, в принципе-то, снять его с боеготовности. Этим и займемся. Так, теперь что у нас имеет сказать Чашников, да? Пойдем-ка наверх на балкончик. Видишь, да, сотенку. А давай-ка проверим, как действует парализатор. Hold it right there. Все, оружие вышло из строя. Отлично. Так, мы подходим ближе всеми.
двух видим 100%, а тут 51%. Давай по сотенке стрелять. Есть контакт. Так. Нефилим, подходим. Одного только видим. Сотня, да? Работаем. Отлично. Что ж. Вига вперед. Давай вот сюда вот выходи. Чтобы тебя было видно им. И тебе их видно. Так, работаем, пробуем. Ой-ой-ой. Плохо. Ну, не отмазывайся. Я не люблю, когда отмазываются. Так. Так, так. Координаты получены. Время убивать. Давайте перезарядим инженеров и подождем, что скажут наши серые друзья. Там их четверо было, кажется, насколько я успел заметить. Давайте, атакуйте нас, мы готовы. Отлично, по мэку. Они лезут с фланга. Ах, плохо. Я в порядке. Это по бестии попали, да? Заразы. И опять в бестии. Вот черт! Да чтоб вы сдохли, твари. Они решили налететь с фланга. Они уходят. Так. И по свату тоже. Ну, сватом броньку только сняли. Он снайпер сидит далеко. Так. Ладно. У нас рядом с бестией сидит как раз таки майор. И будет заниматься лечением ее. Скоро оклемаешься. Вот как раз таки все, что пришельцы нам отстрелили, с одной аптечкой мы и вылечили. Про что и говорил, что сейчас медики экипированы так, что с одного пака могут лечить офигеть сколько ранений. А мы тем временем идем ближе к уфошникам и просто аннигилируем их. Этот готов. Нужны боеприпасы. Ничего, ничего. Сейчас получим боеприпасы и все остальное. Так. Вот здесь вот, значит, его у нас, да? Окей. Давай-ка, спанки, выстрелов у тебя хватит. Verstanden, unterwegs. Прыгать тоже могешь, поэтому давай. Первый пошел. Так, кого еще... подранил, помогал он того нижнего. Отлично. Так, у нас здесь кончились боеприпасы. Нам нужно бестию-то подохранять. Поэтому мы сожгем вот этого кошечка. Не пожалеем на него огонька. Так, что у нас тут далее? Далее у нас тут двигаются инженеры. 72% работаем. Да ладно. Ну ты, блин, даешь. Так, давайте с ватом тогда доработаем. Так. Ой, а чё же я перезарядился-то? А где там кого мы еще видим? А, наверху. Наверху, точно. Точно. Пойдем-ка сюда. Так, здесь у нас тайфун. Тайфун садится на боеготовность. На этом ходу сейчас кого нужно перезаряжаем, кого не нужно перебазируем. Так. Терминатор идет у нас сюда. Тайфун у нас тоже подходит сюда ближе. Так, на боеготовность. Тут у нас... ага, тут двери, двери. А тут разбомблено, но разбомблено не до конца. А значит, лучше входить через двери, да? Yes, тогда двигаем свата сюда. Заряжаем его винтовку. Так, отлично.
медика мчусь туда. Пододвигаем к инженерам. Возможно, что нужно будет их лечить. Направляюсь так, на точку. А штурмовую группу готово. Двигаем к этому входу. Они у нас будут загонять изгоя. Так, так, так. Нефилим, давай сюда. Перезаряжайся. Мэкушка. Давай, погреми, поустрашай там их. Перезарядка. Так, состав у нас утерян, но это нам совершенно не важно. Сейчас нам важно следующее, как можно дальше продвинуться нашими инженерами. И, конечно же, не попасться. Так, давай-ка сюда, майор. И... Пам-пам-пам. Так, свата пока оставляем. Не будем в последнюю очередь ходить. Князь вперед. Так, тут тишина. Стой, держи проход. Спанки прикроет. Так, Тарас сейчас зайдет с этой стороны, будет держать арки. Вместе с Нефилимом, наверное. Так, так, так. Куда? Вот сюда вот давай. Окей. Теперь нам нужно Чашникова передвинуть. Подвинем мы его вот сюда вот рывочком. Отлично, так. Из инженеров у нас может еще кто двинуться подальше? Может. Значит, двигаемся. А ближе к цели. Это значит ближе к успеху. Разберемся. Так, в боеготовности. Ага. Слышали? Слушали и слышали. Где-то там, в той комнате, да? Хорошо, теперь что мы сделаем? Мы мэком зайдем вот в эту комнатюшку. Комнатушку. Никого не видим. Понятно, значит, изгоя у нас с той стороны. Так, давай-ка, спанки, вперед. Подходим к дверям. Будем ловить этих тварей. Слушаюсь. Так. Нефилим сюда рывком. Так, штурмовая группа у нас здесь, да? Теперь нам бы нужно как-то зайти и с этой стороны глянуть. Иду к точке. Враг обнаружен. Ага. И штурмовая группа у нас не с той стороны, оказывается, зашла. А вот что плохо. Блин, блинский, да? Так, Мэкалка. Ты не мог бы у нас поторопиться сюда? Отлично. Так. А штурмы пока останутся там. В боеготовности. Так. А, что касаемо терминатора и всех остальных. Сейчас ими нужно как-нибудь засесть. Так, чтобы их не подстрелили.
Так. Ай-ай. Встаем на боеготовность. Иду. Тут отбегаем. Отлично. Так, теперь Сват. Тебе бы сесть куда-нибудь подали, да? Тебя видят, да? Это плохо, что тебя сейчас видят. Убегай. Так, будем посмотреть. Стреляйте в Мэка, это правильно. Отвечай. Хорошо. Следующий ход. Мазила. Так, нам нужен один мэг, да? Фу, мэг, говорю. Один изгой. Поэтому, ребятки, вы уж, конечно, не обессудьте. Так. Этого обезвредили, скажем так. Теперь нам нужно двигаюсь к точке. Что-либо сделать со вторым. Я мигом. Давай-ка сюда. Так, сиди здесь. Спанки, давай сюда. Так, теперь начинаем смотреть, сколько мы снимем. 90% крита. Это значит, мы можем еще плюс 9 ему нанести. Можем просто его убить. Поэтому мы будем стрелять из бластеров из наших. Вот про что я говорю. Мы даже с пистолета крит наносим офигенный. Так, теперь Тарас. Работаем. Так, есть контакт. 3 единички осталось. А Лео. Ты пока вот сюда вот перебазируйся. Так, теперь что нам нужно? Ага, не видим, да? Не видим, это плохо. Это не есть гуд. Но мы также уже можем подойти. Вот это уже хорошо. Так, 57% неплохо. Попробуем, да? Попробуем. Отлично. С первого раза, ребятки, это супер. Мы сможем сделать ключ и напасть на базу. Ну что ж, отлично. Никто особо никуда не подранил, только устали. Мэг вообще 3 дня всего будет отдыхать перед следующим заданием. Кристалл изгоя мы нашли. Сегодня утром прибыли новые инженеры. Должен сказать, мы от помощи не откажемся. Офигеть, доктор Шень. 150 инженеров, куда? Так, универсальный ключ. Если быстро строить, это 6 дней. А давайте... 6 дней будем строить его. Так, теперь что мы еще можем сделать? Не можем ли мы построить какой-нибудь еще? Типа вот веерный лазер, бластер. А что, нету? Кроме какой-нибудь винтовки прикольной. А, что-то я не вижу. Нашего интересного дробовичка новой модели.
для производства. Видимо, что-то еще не изучили. Ладно, теперь что мы имеем? Штурм базы мы можем начать через 6 дней. Так, в казармах у нас, в принципе, следопыт практически уже выздоровел. Тут у нас по 3, максимум по 7 дней. 7 дней это у нас не филин, ну понятно. А тут где-то 3-5. Ну, в принципе, мы до изготовления ключа все уже выздоровели. И следующая наша серия, наверное, будет как раз-таки посвящена штурму базы. На этом моменте я с вами прощаюсь. До следующего раза. Всего, всем удачи. Всем добра. Пока-пока.